Всем, ребят, привет! С вами Xtobyte. Всех рад видеть. И я рад вам представить новую игрушку на нашем канале. Старую добрую GTA 5 версию онлайн. Я ее очень-очень долго, ребят, ждал. Очень долго. Все, не хватало у меня на нее средств и времени. Но теперь, наконец-то, я ее приобрел. В общем, ждите, ребят, потные скилл-тесты, грабежи. В общем, вакханалию, развлекуху. Дебош в мире GTA Online. Так, ребят, по возможности, да не по возможности, мы будем играть и с подписчиками, тоже сколотим банду, так что присоединяйтесь, всех буду рад видеть. Абсолютно всех. Так, сейчас она у нас тут загрузится, я уже создал себе персонажа, я вообще даже не ожидал, что там прям такой широкий выбор, вплоть до мамы с папой, чуть ли там не бабушку с дедушкой можно выбрать. Блин, вообще это, конечно, очень прикольно. И еще вот я тут сейчас прочитал, что в GTA Online ввели режим Battle Royale, типа из PUBG, все, я думаю, знают. В общем, это будет прикольно, прикольно. До 4 команд могут вместе высадиться в одну зону, которая уменьшается с кучей оружия. И, короче, выживет только сильнейший. Так, сейчас она у нас загрузится. Я решил снять в летсплейчике обучение. Не мог я это пропустить и не выложить. Тем более за обучение дается ачивка. Да, я соскучился уже по Лос-Сантосу вообще. Обожаю GTA 5. Онлайн, я думаю, будет просто шикарен. Прикольная как сцена такая. Нам показывают, чем живет Лос-Сантос. Я, ребят, когда проиграл GTA 5, первый раз, когда играл, вообще был в таком шоке, так она мне понравилась. Я потом загорел вообще диким желанием уехать в Лос-Анджелес просто. Это же у нас виртуальный Лос-Анджелес. Причем тут некоторые достопримечательности скопированы прям вот идентично. Ну, тут нам показывают, чем мы можем заниматься. А вон мы летим на самолете, в окошко смотрим. Вообще интересно, интересно. Я даже решил, обязательно запишу. Хоть это все видели тысячу раз, скорее всего. Но я обязательно запишу. Так, на долгую вечную память. О, Ламар нас встречает. А почему не Франклин или Майкл, я не знаю. Он говорит, как он рад нас видеть. Я такой вот чел в труселях, прямо с курорта приехал. Так спешил, что даже не успел одеться. В сланцах и в трусах в одних. Говорит, я думаю, тебе надо освоиться. Поэтому я тебе дарю пестик. Спасибо, бро. Спасибо, бро. Номера сбиты, поэтому нам ничего не будет. Говорит, круто, что ты приехал, здесь город огромных возможностей. А если не заслышишь, можешь, что хочешь сделать. Так, он говорит, я знаю всех, например, лучшего механика в городе. Или Симона, зашибенного афериста. Даже вот эта вот развилка дорожная, это же ведь настоящая. With the business, we can make us a little wave. Ooh, hey, that's my shit. Классно, да? В принципе, как и сама GTA начинается в стиле такого хорошего фильма, такого крупного боевичка. Музон здесь реально качает просто. Сейчас, наверное, YouTube там банов пришлет за него. Целую кучу. Прям реально качает.
Я потом, когда проиграл GTA-шку, я весь саундтрек скопировал себе, особенно вот рэп вот этот. Там две или три папки с рэпом, с разным, охренеть. Сейчас мы раздобудем тебе тачку. Ха-ха. Все или ничего, гонка. Так, открыто достижение, еще один приезжий. Ха-ха. Так, нам надо пройти гонку, чтобы раздобыть себе машину. Смотрите, пишут, ждем других игроков. Это то есть еще желающие тут сейчас будут с нами играть. Как я понял. Так, неплохая трасса для знакомства с Лос-Сантосом, если вы видели его только на открытках и по телеку. Маршрут проходит по бульвару Эклипс через Рокфорд Плаза и мимо гольф-клуба. Гонка по кольцевой трассе для машин. Так, ну ладно, поехали. Запуск сессии. Нас двое, что ли? Так, мы можем выбрать себе точилу, да? Так, давайте какую-нибудь уж давайте выберем покруче. Ну, давайте вот это возьмем. Так, цвет. Цвет. О, пусть апельсинчик будет. Яркий такой. Победная фишка. А, это... Что она будет нам показывать? Ага. Ай, не успел выбрать. Так, ваша ставка 0. Окей. А у меня денег-то нет. А, есть. Так, подожди. Так, победная фишка. Ай, ну ладно, потом поменяем. Так, я с Ламаром гоняюсь. А, я думал с реальным игроком. Пока что нет. Окей. Ну давай. Да он как-то сразу в точку ушел. Да, ребят, водила из меня не особо. Ну, я думаю, все, кто играли в GTA, они знают, как все водят. Тут нет правил движения. Ламар, уступи, сказал, я еду, уступи, под тучку, блин, ах ты сука, подрезал меня, нафунга, но тут явно, наверное, по скрипту игрок должен прийти первым, я так понимаю. Смотрите, ни одной машины, никого нет. Мы одни такие крутые, главное, едем. Я его хотел сбить, ну ладно. Специально для новенького освободили, весь город освободили. Ни людей, ни машин, никого. Чтобы я спокойно здесь поездил. Блин, сука, как меня крутануло-то. Вот единственное, мне вот не нравится, например, что нет нормальной русской озвучки. Пусть она с матом была бы, пусть как положено, но русская.
потому что нет времени читать титры. Ой, зря я это сделал, ну ладно. Надо было по дрифту завернуть. Ламар там на нас ругается, типа, что я охренел, еду первым. Ну, что поделать, такова жизнь. Да, ребят, недавно вышло обновление, там, прям вот вчера буквально, там, добавили бомбардировщики в игру, охренеть теперь. Время 2:47. О, нам даже начальную сумму заплатили, офигеть. А-ха. Победная фишка. $80 на ставке мы выиграли. Так, продолжим. Что будет дальше? Овертайм, режим противоборства, где все решают ловкость и меткость. Он сродни игре в дартс, а, машинкой в дартс, офигеть. Офигеть, круто. Так, у меня хватит места на диске, а то... Сейчас может не хватить места, будет жестко. Я, ребятки, записываю в 1440p на ультрах, чтобы, короче, все было красивенько. Хотел сделать стрим, потом что-то подумал, лучше я просто летсплейчик запишу. Давай, давай, грузись, игра. Yes. Man, if you don't get off my phone with this bullshit. С кем он там разговаривает, а? Надо у него отнять телефон. So clean. Hey, what that shit do? You trying to make some cheese? My boy Gerald G. He looking for somebody local. Так, он нас уже рекомендует какому-то там мужику. It's a big exchange of merchandise going down. The Bagos and the Ball Eaters and squash their little cultural differences or what the fuck ever. Anyway, why don't you slide down there and see if you can shake up. Сгоняй туда и попробуй немного встряхнуть рыночную экономику и раздобыть бабло. Он нам сейчас скинет адрес какого-то чувака. Так, мы пока что тут бомж, у нас ничего нет, кроме машины и $3000. Да, это жестко, мы даже хостел не сняли, чтобы переночевать было где. Так, направляемся на встречу с этим G. Вы получили на 20% больше очков, выполняя дела. А, вы получите на 20% очков, выполняя дела в команде. Что-то там я не успеваю читать, я, короче. То ли смотреть на дорогу, вы можете звонить другим игрокам GTA Online по телефону. Прикольно, чё, удобно. Можно так кому-нибудь позвонить, вызвать его на стрелку. Вместе сходить куда-нибудь, там, в гольф поиграть, например, поприкалываться. Мне вот интересно, это боты или нет? Ну, судя по тому, как едут, скорее всего, это не боты. Ой, точнее, боты. Слишком как-то просто и аккуратно. Так, мы к кому едем-то? Какой-то G, который нам сейчас даст какое-то задание. Заберите наркоту. Охренеть! Не успели приехать уже, короче. Ого, сходу! Мы сразу
короче, стали наркоторговцем, охренеть. Получи. Ай, блин. Трэш. Я забыл, короче, что надо прятаться тут. И что я без бронежилета. В одних трусах. Подождите-ка. А где моя точила? Я что-то не совсем понял теперь. Так, где карта? А, машина. Мне надо машину угнать. Ой, подвисла. Чё подвисла-то, а? Пошёл моя тачка. Не понял, я реального игрока, что ли, выгнал с тачки, я не понял. Игрок какой-то, написано, вышел. Так, мне надо догнать этого козла. Зеленую точку. Я даже не знаю, на чем он едет, а? И где он там? Я думал, сейчас я их просто поубиваю, отниму у них на коту и все. А я их, короче, поубивать хотел. А они просто прикрыли какого-то чувака, он уехал. Нормально. Да, такое нельзя было пропускать. Это обязательно надо записать. Можно было даже в стрим пустить, но да ладно. Зато будет получше запись. Блин. Петух, а куда поехал? Петушара, блин. У меня оружия нет, чтобы в него выстрелить. Патроны все просрал. Придется его сейчас немножко побить. Такое, сука. Ты мне должен денег, блин. Собака, стой, сказал, блин. Петуха не останавливается. Смотрите, какая скотина. Даже не тормозит. Я ж тебе не дам проехать, блин. Не дам я тебе проехать, сука такая. Да блин. Как же его, как его вот теперь сделать? У меня оружия нет. Да козел, блин, сейчас все равно догоню, ведь наваляю тебе по жопе, блин. Блин, я его хотел подрезать. Айо! Нахрена я тратил патроны на этих имбецилов? Стой, скотина, блядь! Погодите, наркота у него осталась? Блин, надо было давить. Я-то думал, в машине, блин, наркота. Да ё-моё. Надо было его избить просто нахрен. Най-ё. Ну, зараза такая, а. Ему надо прописать, чтобы он в какой-нибудь столб въехал, а. Ты куда, блин? Я тут за ним сейчас буду гоняться так 20 минут.
Ах ты, сука, хотел подрезать его, а сам, получается, влетел. Понятно, его надо, короче, вытащить из тачки, просто разбить ему его мордашку, блин. Давай, давай, поехали. Блин, сука, стой. Был бы пистолет, я бы сейчас его быстренько оприходовал. Да блин, проститутка, куда поехал? Вот козел, а. Да не дам я себе, блядь, выехать, ублюдок. Он меня бесит, скотина. Новичка так жестко прессует, блин. Да блин. Я запутался в кнопках. Ай. Не туда, не туда, не туда. Он, блин, направо уехал. Где он есть, сука? У меня был такой шанс его просто вытащить из машины, задавить, а я пропустил его. Потому что не догнал, блин. Я думал, у него наркота в багажнике там, например, лежит. Блин, он вообще не тормозит, сука такая. Его надо как-то спихнуть с трассы, чтобы он... Тут не улетел в кювет вообще. Да блин! Сука, живучий какой, а! Пидормот, вылезай, блин! Получил, блин, тварь! Наконец-то я тебя догнал, блин, скотина тупая. Все. Охренеть, долго я за ним гнался. Так, надо доставить теперь наркоту. Поехали, сейчас джип какой-нибудь, вон, хаммер отнимем. Эй, отдайте мне хаммер. Да куда поехали, блядь, все? Дай ты хоть хаммер. Да стой, сука. Ай, проститутка. Не дает машину. Ладно, поеду на этой. Наконец-то мы догнали этого урода. Так, нам бы... Ай, тут... Ай, бортик, да блин. Бортик. Хотел пихать этот бортик. Да черт. О, кончился бортик, все, едем. Я спешу, это, дорогу, я спешу, ребятки. У меня нет времени. О, гляньте, трафик прибавился. Так, я еще настройки игры, ребят, не подрегулировал. У меня сейчас всего лишь 3 гига из 4 забито на видюхе. Я сегодня, в общем, покопаюсь, подправлю, чтобы все это смотрелось куда более красиво. Так. И мы будем вести, в общем, ежедневные стримы. У меня уже есть один подписчик, который обещал мне... помочь с развитием и прокачкой, брать меня сразу на ограбление, чтобы я побыстрее прокачался. Так, кому там наркоту надо отдать? Интересно, где я ее прячу? В жопе, наверное. И где у меня пистолет? Ну ладно, пистолет в шляпе, наркота в жопе. Hey, G, come out here, man. My folks here. What's up, dog? How you doing?
А где моя шляпа и очки? Чё, белое мясо увидел, да? Блин, так смотрит, он увидел белое мясо. Расист долбанный. О, бабосик. Мне даже не сказали, что надо сделать. Сколько заплатят? Я вообще... Ну ладно, хоть что-то дали. Ребят, дайте комнату еще там мне где-нибудь там. Хоть в сарае. А, он теперь говорит, глянь, переодеться надо, чтобы не в одних трусах ходить. А чем мои трусы не нравятся, пляжные? А, нам дали деньги, а этому Ламару, короче, ничего не дали, он пошел там разбираться. Задание пройдено, а репутация немножко еще выше стала у нас. 500 баксов заплатили, ну ладно, ладно, так и быть. Уровень третий. Продолжим. Мне говорили, тут до 30 уровня вообще легко можно прокачаться, ну... Посмотрим, я вот только до третьего добрался, выполняю эти задания. Так, новые транспортные средства доступны. Так, я тут в одних труселях, в сланцах. Так, куда идти? А, игрок погиб. Открыто новое оружие, полицейская дубинка мне доступна. А что это у меня в пистолете нет патронов? Модификация доступна. Ребята тут что-то в чате пишут. Но это не мои друзья, так что я не знаю, кто это пишет и о чем. Так, а что мне надо сделать-то? Я не совсем понял. Так, тут какие-то белые точки. А, это вот другие игроки. А почему их тут всего трое? Это что у нас? Тоже другой игрок. Чё-то как-то мало народу, ребят. Так, это у нас что? Тоже другой игрок. Тут игроки, тут там игроки. Ну, маловато, маловато. Теперь вы можете посещать магазины. А, вот, наконец-то. Шматьё нам надо купить. Окей. Ну, пойдемте приоденемся. Это все еще, ребята, Бучалова. Я не знаю, когда она кончится. Вот тут реально, наверное, самый лучший саундтрек из всех игр. Так, сейчас мы себе купим какие-нибудь модные шмотки. Заработанные ваши деньги попадают в ваш кошелек. Его содержимое показывается, ну это мы знаем, в верхней части экрана. Если вы погибнете, то часть денег выпадет, другие... Игроки смогут забрать, ну понятно, понятно. Если вы хотите сохранить бабки, можете положить их в банк, в банкомат. Угу. Это GTA, детка, тут, да, тут могут и ограбить и все подряд. А у меня почему-то не написано, сколько у меня бабок. Хотя у меня вроде как там 3500. Так, что мы можем тут купить? Костюмы. Так, сразу прям костюм, да вы что, издеваетесь? Так, выйти. Я сейчас погляжу, что тут вообще продается. Вообще можно купить и костюм. Так, посмотреть топы. Головную, не, убор головной я менять не буду. Ну, давайте костюм купим, ладно, уговорили. Будем такой солидный мэн. Так, костюмы обычные, деловые, элегантные, застегнуты нараспашку. Так, я в этом ничем не разбираюсь. Давайте сейчас посмотрим тут тяжелый костюм. Я тут какой-то видел костюм. Криминал сейчас только что светился. Где он? А, вот. Давайте глянем, что это.
Да это не костюм, это так, набор одежды. О, вообще, вот это вообще по мне. Так. А, у меня денег не хватает, блин. У меня всего 13500 уже, офигеть. Так, что ж купить-то? Гоночный костюм. Нет, гоночный мне не нужен. Так, костюм торговли оружием. Ух, ё, да тут фильтрация нужна по ценам. У меня всего 13 тысяч. Так, обычный. Ну, это ж не костюм, ё-моё, это просто набор одежды. А-ха-ха, вообще классно. Подождите, а у меня что, отнимут мою шляпу? Вы что, издеваетесь? У меня же шляпа есть. Заставляют меня переодеться, понимаешь? Элегантный костюм. Так, я даже не знаю, что выбрать. О, кантри, точно. С моей шляпой хотя бы. И в моих очках. Так, наверное, мы выберем кантри. Я сейчас все погляжу. Но, наверное, я выберу кантри. Музончик классный. Так. Изящный белый. Белый будет пачкаться кровью. Не особо, да? Надо брать красный, чтобы не было видно крови, или коричневый, чтобы не было видно говна. Так. Вот, взять коричневый, например, чтобы если обострёшься, никто не заметил. Хипстер. Так, я даже не знаю, какой выбрать. Тут прям столько всего. Пройдоха, шишка, мыслитель, кантри. Давайте кантри купим. Клуб Мотоклуб успешно продал продукцию со своего...